Волонтеры – люди доброй воли. Они жертвуют часть своей энергии и сил тем, кому нужна помощь и поддержка. Хочешь почувствовать себя человеком? Помоги другому. Этот слоган красочно описывает философию этого движения. Напомним, по инициативе президента Владимира Путина, 2018 год был объявлен годом добровольца и волонтера. Их деятельность, как и следует, не остается незамеченной. За вклад в развитие волонтерского движения в Десногорске наградили его лучших представителей. В торжественном подведении итогов года приняли участие 20 мальчишек и девчонок. Глава города вручил призерам новогодние подарки. Вместе с ними ребята также услышали и слова благодарности. Очень приятно и осознавать то, что вот то молодое поколение, которое у нас подрастает, у нас очень достойная молодежь, своими поступками вы делаете добрые дела для всех наших граждан. Деятельность добровольцев трудно переоценить. Их труд служит вектором нравственного развития не только каждого гражданина, но и страны в целом. А из множества искренних и добрых поступков складывается доверие, уважение и взаимная поддержка в обществе. Алекс Соловьев, Виталий Степанов, Григорий Ширин, Светлана Разганова, Десна ТВ.